Всем привет, друзья! Вы на канале Ирунчик. Сегодня я вам покажу самый быстрый и легкий рецепт рыба в масле за 5 минут. Для этого рецепта нам понадобится свежая рыба, уксус, растительное масло, лук, лавровый лист, душистый перец по желанию и соль. Можете брать и замороженную рыбу, но свежая вкуснее. У меня сегодня свежая форель, очищаю ее от чешуи, от внутренности и приступаю уже к работе. Разрезаю рыбу на 3 части, затем я нарежу лук полукольцами и буду выкладывать в кастрюлю слоями. Сначала на одну выложу лук, затем рыбу посолю и так буду чередовать. И только в самом конце я залью растительным маслом и уксусом. А дальше наглядно уже смотрите сами под музыку. И самое главное, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Сверху заливаю растительным маслом и уксусом. Вы можете сразу помешать в одном стакане и вместе залить. Закрываем крышкой, ставим на средний огонь на 5 минут. Максимум 10 минут. Проверяем ножом готовность. Прошло определенное время. Я открываю крышку, проверяю ножом, и рыба готова. Вот такой очень легкий, простой и быстрый рецепт рыбы. Попробуйте, не пожалеете. Ее можно кушать как в горячем виде, так и в холодном. Она очень вкусная. И сок, который выделяется, как подливка, очень вкусно. Попробуйте. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем большое спасибо за просмотр.